Программное обеспечение Lego Basic с функцией «Безопасный сайт». Функция «Безопасный сайт» используется в качестве отображения сайта клиента во весь экран сенсорного киоска и позволяет отображать сайт клиента без переходов на иные веб-страницы. На панели виджетов могут располагаться дата, прогноз погоды и логотип компании. Главный экран состоит из двух блоков. Рекламный блок, на котором можно разместить изображение или видео, и информационный блок с главным меню, стилизованным под фирменный стиль клиента, отрисовкой кнопок и легким переходом на сайт клиента. Все категории меню – это ссылки на сайт клиента. Здесь можно разместить афишу мероприятий, сводку отелей, достопримечательностей, ресторанов, маршрутов и экскурсий. Подробная информация о местах, с адресами и временем работы, возможность делиться ссылкой в социальных сетях. Возможность фильтровать выдачу в каждой категории. Например, выбрать ресторан по виду кухни и местоположению. Программное обеспечение поддерживает модуль 3D панорамы города. В режиме панорамы можно масштабировать изображение касанием пальцев или при помощи кнопок на экране, а также перемещаться по локациям и заходить в помещение. Модуль разработан согласно ГОСТу и имеет дополнительные возможности для людей с ограниченными возможностями, такими как экранная лупа, опустить экран ниже, форма обратной связи и изменить шрифт с фоном.